Привет, я Джанет, и я любитель нелепых ситуаций. Успела на свой поезд. Опоздала на минуту на свой поезд. Я, в общем, пришлось ехать. Ну, как бы не успела даже вернуть билет. Но... Мне нужно рассортировать теперь отдельную сумку для трусов, носков. Подобрать каждому носку, точнее, найти носку его пару. Найти носку его пару и собрать вещи, которые, блядь. Очередь Сбербанк ночью. Да, да, это Москва, детка. Пришлось немножко отъехать. Но я вернулась. Уже дома, кстати. Спасибо скорой помощи за это. Ну, мне не сидится дома, блядь, мне пора выйти. Непонятный, на непонятной какой-то пати, причем в понедельник. Я хуй знает, где, в общем, это. Здесь, ну, здесь какая-то автопати, не знаю, какого показывалось. Оп. Ребят, что здесь происходит? Автопати шикарного показа Арута Маскан. Ну, зарядка, то как-то память заканчивается. Что за фигня? У меня второй день начался, погода прекрасная. Я немного в ахуе, все просто бывало, как всегда. Я в этом человеке. Ну, ты что крутишь-то так? Я же голова тогда кружится у меня. Маме привет передать? Видать. Как твою маму зовут? Лена. Лена, привет тебе от своей дочки. Она тут в Питере безобразие безобразничает. Пыталась вчера Аврору угнать. Хорошо, что милиция поймала. А так упала в Финляндию. Собственный домик. Потому что я хочу свои тусовочки и свои чик-чик-чик-чик. И свои чик-чик-чик. Это чревато вообще. Да, своих чик-чик. Мама сказала, что... Я в очко и могу сегодня с ней не видеть.